А там внизу, смотри, внизу драчка-то. Все пиздец, короче. Вон там внизу большой гигантский демон, и смотри, люди его мочат. Там внизу такая пизделка идет. Тут баррикады у них, а я их разрушил. Прошлой ночью прибыл Эллис. Они что-то знают, но нам не говорят. Может, они не сюда прибыться.
5 кусок. Бля, у меня тут желтый. Бля, у меня уже места нету.
Сейчас быстро в город, тогда вернусь, все продам и приду обратно. Тогда я потом что-то говорю. Лафи только что из города вернулся. Питомец, собака, и нужно как-то могучить, короче, ухаживать, там, ага. Дрессировать, все такое. Так, там еще какая-то дырка, которая у меня не открыта на карте. Так. А ты проходил эту локацию, не? Да. Я немного там где-то пару миссий еще где-то сделал и все. Поднимаем, поднимаем, давай, работай. Работай, сука! О, опять гигантский этот хер. Еще один. Бля, ну и... Ушел отсюда. Демона сожгли, суку. Демоны.
Демоны. Демоны. Надо там вернуться. Телепортом. Да ну нахуй. Мы проделали весь этот путь, чтобы вернуться обратно. Мы вернулись. Вот тут враги, блядь. А где тут еще книжку можно найти в этом городе, не знаешь? Не знаю. А, вот тут. Юный командир Галдерес считает, что полчища демонов отступили. Так, ты еще где-то книжку вроде брал. Он решил завтра... Я же про отца попал. Я только что взял. Если он настолько глуп, чтобы пойти на это самоубийство, то пусть отправляется в одиночку. Я не отпущу с ними своих ребят. Потому что в том городе периодически книжки появлялись. В одних и тех же местах. Нет, тут нету. Какой-то знак вопроса.